Тащи его, баба. Блин, балбесы малолетние. Да охренеть, вот детвора, блин, без мозгов. Поперлись, блин, на Фольксвагене, на рыбалку. Охренеть, блин, молодежь, безмозгла, после 2 дней дождей они поперлись вот в эту херобору. Это не наш танк, он который пройдет везде. Балбесы из Нюрнберга. Желаю, чтобы родители, блин, еще по шее им дали за то, что засрали машину. Папочка, пас! Слов нет. Рыбалка началась у нас уже отлично. Не успели приехать, этот геморрой. Тут уже и ноги мокрые. Ну, герой! Из-за них, блин, пришлось веревку, да, резать. Вот веревка, вот веревка. Веревка хорошая. Что это? А что у тебя микрофон чуть-чуть где был? Да, потому что я его сняла, неудобно было. Давай. Говорю, смотай, она и не смотала даже. Я смотаю дома. А что ты смотала? Ладно, мы на рыбалку приехали. Или благотворительностью заниматься будем. Надо было еще назад встать. Ты, пап, да нормально. Пошли. Еще раз доброе утро, страна. У нас утро началось бурно, а именно с эвакуации 2 балбесов, которые попытались на Фольксвагене, да, сюда здесь на рыбалку приехали. В общем, пришлось искать веревку, испортили веревку, вытаскивать их. Ну да ладно. В общем, место дислокации Нойберде. Имеется лодка, мы уже надули, имеются рыбаки справа и слева. Ну, приступаем. Надеюсь, день будет удачным. Рыбак. Давай, несчастье. Без щуки не возвращайся. Аккуратней, закидушка. Ну, здесь этих рыбаков. Мне просто нужно освежить опариков. Ну, сантиметров 40. Сейчас я их свяжу. Это уже оптимистично. Я просто прикидываю, что даже с точки зрения логики, если с 21 мая открывается кемпинг-плац, значит, нет привязки к нахождению дома. Ну, в том плане, что комендантский час с 10 до 5 должен быть отменен. Или? Ну, так мы приехали в 6. Минимум приехал, блин, в 5. Мы приехали в 6. Ну, не знаю. Но пока вот у нас запрет на выход из дома без уважительная причина с 10 вечера до 5 утра. А народ здесь не хочешь попробовать? Ну давай попробуем. Это Нюрнберг. Согласен. У нас же в принципе есть опыт, не слишком удачный. Там было холодно. Потому что там карты можно онлайн покупать. А? Карты можно онлайн покупать. Ну, Родзе, это же этот нюрнбергский Зейнланд. Да, да, совсем. Там какой-то Амерзе. С машиной. Так, были две шикарные поклевочки. Тут серьезно хватанул. С
сразу настроение, да, сразу. Давай, забрасывай, забрасывай. Да это волны, это ветер. Так, у тебя клюет. Подожди, подожди. Да-да. Ну, наконец-то. Это время, 9 утра, мы уже такие сидим кислые. Тут одна поклевка, другая поклевка. Ребята, будем видеть. Первая рыбина. Плотва. Плотвичка. Ха-ха-ха. Ну что, сошли с нуля? Слушайте, ну наконец-то. Да, париков. Слушайте, ребят. А муж расстраивается, значит. Где этот подсак? Садок? На, вот мою удочку. Давай, давай. Давай я сама заброшу. Все, смотри, сейчас будет клевать сразу. Да. Держи. И смотри за поплавком, да. Смотри. Ребята, кого клев поймал? Начинается. С первой рыбкой. Отличная рыбка. Надо садок расщеплять. Молодец. Молодец. И кормить на мане можно? Можно, наверное, но смысл. Ну вот именно в этой заводе было неплохо, мне кажется. Оно же будет все уносить. На форельнике больше не поедем, нет? Да. Мне интересно. Форельники это совсем от отчаяния. Нужно что-то решать. Я, знаешь, я даже думаю вплоть до того, чтобы... Может, в Австрию махнем? Че? В Австрию? Да. Я думаю, там еще сложнее. Да нет, я просто прикидываю, что... Если в Австрию, то это только район Тироля. А там горные все эти речки, озера, там... Ну, кого, на кого можем там рассчитывать? На ту же форель? Думаешь, они переплюнут немцев? Австрияки? Да. Они еще круче. Они вообще там жесткие. Там, во-первых, цены, думаю, будут побольше. Ну ладно, давай, в общем, сейчас вот начнем с этого озера по 70-му. Посмотрим, что там, а потом уже в сторону Майна будем поглядывать. Что она подсохла. Так, молодец. Кто? Красноперк? Молодец. Блин, засолочка. Поздравляю! Ну-ка покажи ее. Кто это? Плотвичка. Тоже плотвичка. Ну, отлично. Уже две в активе. 1-1. Ну, моя, конечно, была побольше. Так, ну-ну-ну. Третья плотвичка. Молодец. Красноперк? Знаешь? Смотри, как ты говоришь, в рот не влазит. Смотри. Класс, молодец. Достанешь, уже три рыбки. Это жесть. Фига себе, рыбину я поймала.
Вот это да! Кричит она тебе. Сейчас, подожди. Сейчас мы сделаем хорошую фотку на Али Ангель. Подожди, пап, только не упусти. Да фиг с ним. Да подожди, телефон, блин, пока родит. Папа, ну стой! Стоять, я сказала. Стоять. Сейчас мы сделаем монстра. Грамотно сфотографировать же. Ну все, что ли, блин? Фу! Вот это я молодец! Вот это рыбина! Фу! Насади. Охренеть! Парочку свежих этих. Извиняюсь, да. Вот это я молодец! На Нордзе или на Уздзе поехать? На целую неделю будет, пап, каникул. Вот что нам здесь делать? Морская рыбалка. Ну там сель, треска. Там снег, кемпинг? Да. Домик. Ну домик не дом, но хотя бы вот кемпинг посмотреть на берегу моря. Просто, давай-ка я погуглю. По крайней мере, мы, помнишь, мы смотрели видео вот этого, мужика, он то камбал таскал, то треску, то мэр форель, морскую форель, рыба игла. Мы же не купаться едем, мы едем рыбачить. Сколько до Нордзе? Ну, километров 500? Как бы. Ну, вот 500 километров. Что нам, кабанам 500 километров? Есть? Нет, ну какая была поклевка. Ты видела, какая была? Да, я видела. Все, мы решаем. У нас через неделю отпуск недельный. Куда бы нам податься, потому что, ну, как бы клюет, но потихонечку. Десяток красноперок в отличку у нас уже есть. Что-то серьезное, это вот не наше водоем. А кататься на платной форельнике, это тоже себе удовольствие. Сомнительно. Или на Оздзе. Оздзе – это Балтика. Можно там попробовать. В общем, приедем домой сейчас, я буду искать либо место, либо домик снимать. Потому что это не дело. В Германии ловить рыбу – это мазохизм. На засолку пошла бы неплохо. Хорошая рыбка. А пап... Мы уж просто сворачиваемся. Шикардос. Да. Снапёрочка красивая, умница. Логическое завершение рыбалки. Моем колеса.